Во время исполнения строительно-монтажных работ по канализации в городе Чаддарлунга все вопросы, которые были и по проектированию, и по прокладке, и по методу прокладки, все решаются сообща. Для этого есть в территории технадзор, для этого есть предприятие АПКанал, есть ЕПТИСА, которая соблюдает за качеством выполненных работ. Проблемы в строительстве всегда есть и будут. Поэтому... Вот если есть такие неучтенные коммуникации, это как следствие дополнительные доп-работы, правильно? Выходят ли они за рамки сметы или нет? Все доп-работы, которые являются, не делаются никакие дополнительные соглашения, никакие, потому что это, если проект предусмотрен проложить по какой-то улице, там есть водопровод, и мы его задели, это наши проблемы, мы его за счет собственных средств должны отремонтировать, это все входит в стоимость нашего проекта. Если в проекте написано, что канализация должна быть рабочей на территории 21 километра, значит, это должна быть рабочая канализация на территории, на протяжении 21 километра. То, что есть грунт тяжелый, обвалка, это уже наши строительные проблемы. Никаких дополнительных затрат за счет грунта или, я знаю, каких там непредвиденных. Если бывают мелкие непредвиденные, там во время составления смет на участие в тендерах непредвиденные расходы включаются в стоимость выполненных работ.